Итак, продукты для увеличения массы тела. Восточная медицина нам говорит по этому поводу следующее, что для того, чтобы набрать вес, мы должны употреблять продукты, обладающие тремя основными вкусами. Первый вкус – это сладкий, второй вкус – это кислый и третий вкус – это соленый. Сладкий вкус имеется в виду употребление сладких фруктов, сухофруктов и так далее, за исключением белого сахара. А соленый вкус означает, что мы должны подсаливать нашу пищу и употреблять в пищу продукты, обладающие солоноватым вкусом, такие как оливки, поваренная соль, желательно хорошего качества. Можно использовать различные виды тибетских солей, там красную, черную и так далее. Они будут более полезны, чем обычная поваренная соль из магазина. Кислый вкус – это тоже кислые фрукты. И также мы должны знать, что кислым вкусом обладает весь алкоголь. Поэтому для того, чтобы набрать вес, если стоит задача набрать вес у взрослого человека, тогда в пищу можно употреблять небольшое количество алкоголя в виде десертных вин. То есть самым лучшим в данном случае будет употребление небольшого количества десертных вин, таких как когорт, то есть которые обладают, кроме того, что они имеют кислую природу, они еще обладают также сладким вкусом. А также здесь подойдут различные аперитивы в виде вермутов, то есть вермут готовится на основе настойки полыни, то есть полынь также является одним из самых сильных стимуляторов пищеварения. Итак, еще раз повторяем, что для того, чтобы набрать вес, наши продукты должны обладать тремя основными вкусами. Первый – это сладкий, второй – это кислый, и третий – это соленый. Желаю вам крепкого здоровья!